Государственному комитету республики по регулированию контрактной системы в сфере закупок 5 лет. Итоги работы за этот срок подвели на брифинге в Якутске. Как отметили, по количеству закупок республика занимает 2-е место среди субъектов Дальнего Востока, уступая лишь Сахалинской области. Ежегодно отрабатывается около 15 тысяч заявок на сумму порядка 20 миллиардов рублей. Основным партнером в сфере госзакупок является Минздрав республики. Ну, мы 16-й год фактически завершаем, поэтому можем сравнить и по прошлым годам. Процент исполнения планов графиков примерно составляет 74%. Это такой плановый показатель. И мы надеемся, что в конце года наши заказчики наверстают те планы графика, которые они по каким-то либо причинам не смогли провести своевременно. И мы добьемся полного исполнения наших планов графиков.